Google в помощь. Акционерное общество «Сбербанк» и компания Google Россия помогут карельским предпринимателям бизнес-идеями и поделятся ценным опытом. Благодаря всероссийской образовательной программе «Бизнес-класс» жители республики могут поучаствовать в многочисленных видеоуроках, онлайн-тренингах и очных мастер-классах от лучших бизнес-наставников России. И все это абсолютно бесплатно. Цель образовательной программы от Сбербанка и компании Google – поддержка и развитие малого бизнеса. Как показывают современные исследования, 50% коммерческих неудач, как правило, связаны с недостатком квалификации. Организаторы проекта «Бизнес-класс» решили, хватит это терпеть. Участники новой программы могут выбрать одну из двух траекторий обучения. Начинающим расскажут о базах предпринимательства, а более опытные бизнесмены займутся анализом, оптимизацией и развитием своего дела. Программа включает онлайн-модули, вебинары и тестовые задания, а также офлайн-элементы, мастер-классы от известных бизнес-тренеров. Самые активные участники программы, мы постоянно замеряем это по тестам, их активность, получают наставников. Наставники с ними обсуждают уже непосредственно пошагово бизнес-план, выстраивание бизнес-процессов, совершенствование бизнеса и собственного дела. Стать участниками программы могут абсолютно все, ограничений никаких. От 14 лет до 100 лет, но если тебе 12 лет, и ты хочешь разобраться в финансах, в маркетинге, в том, как развить свою бизнес-идею, то тебе к нам в программу. Обязательные условия – доступ в интернет и желание учиться. Занятия начнутся 15 августа и продлятся 5 месяцев. Регистрация на сайте businessclass.pro уже открыта. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».